На сегодняшний день количество граждан, имеющих охотничьи билеты, у нас уже подошло к 57 тысячам. А если более точно, то 56 837. И количество это постоянно увеличивается. Из этого количества не менее 20%, это, так скажем, вновь получившие. Если остальные там порядка там 75, около 80%, это те, кто ранее имел охотничьи билеты, он там производил обмен, то более 20% это вновь получившие, которые не сдавали никакой ни охотничий минимум, совершенно, как скажем, представления об этом не имеют, просто... Опять я повторяюсь, там расписались в заявлении, что они ознакомлены, и в течение 5 рабочих дней мы обязаны выдать им охотничий билет. Кроме заявления, копию паспорта, я повторюсь, там я уже обозначал эти моменты, 2 фотографии. Вот, а какие познания у него в части знания охотничьего законодательства, там биологии охотничьих животных, ну это только можем догадываться на эту тему.